Nice. Ты чё в монитор себе плюёшь-то? Ну что, пришло время подзаработать тебе 200 рублей с этого видео. Тише, вантап. Вантап-машина Сайбербанана здесь. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И в этом видео ты увидишь величайший камбэк этого года. Был счет 12-3, мы дико сливали и ничего не могли сделать. Но я собрал свои яичишки в кулак, и мы разорвали их. Как происходило это все, ты увидишь дальше. Но перед началом поставь лайкусик. И давай посмотрим спонсора этого ролика. Залетаем на сайт hellstore.net, и сегодня я лично хочу показать на коинфлипе. Что такое коинфлип? Это подбрось монетку и испытай свою удачу. Шансы примерно 50 на 50. Поэтому сразу сюда залетаем и выбираем ребят примерно за... Вот, смотри, кстати, 1,5 бакса. Давай-ка мы попробуем. Окей, сразу же парнишка Дэр Алекс готов с нами биться. Хорошо, давай посмотрим, на что он способен. И я уверен в своей победе. Так, монеточка родная. И... конечно, победа за мной. Ну и также подгонщик лично для тебя. Зайди на сайт hellstore.net, введи промокод Сайбербанана, как название моего канала, и получи 60 центов себе на счет. Испытай свою удачу. Ссылочки в описании. Сережа, звони, когда играть научишься. Я тебя набирал с утра. Чего не взял трубку? Nice. У меня тут one way smoke, там все дела. Вышел. На! Вот сейчас. Хорош. Там, где он учился, я преподавал. Ну что, пришло время подзаработать тебе 200 рублей с этого видео. Все, что нужно, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и в следующем видео найти себя вот здесь. А, кстати, с прошлого видео заработал 200 вот этот парень. Не, ну тут как бы чегоши надо, как бы шмотку дать какую-то. Ну ладно, так что быть. Жулик, не воруй! Хорош. И в итоге я остался с говном. Эй, дай мне хоть что-нибудь. Юра, дай я затащу раунд. Ах ты, крыса. На тебе все говно, это фарфоровое или что это, фосфорное дерьмище. Давай, пошел вон отсюда. Сказочный. Все в порядке, не ссы, все нормально. Да? Я тебе говорю, мы выиграем эту игру. Смотри, вот ты сказал, Сережа. Сережа сказал, Сережа сделал. Да. A few moments later. Ты сказал, мою эту катку затащишь. Я-то тащу, нормально, я видишь, плюс, когда иду. Что такое Галил? Кусок говна. Галил? Это Галил, ты понимаешь? Как из Галила можно какие Галилы сделать? Не надо так. Ты чё в монитор себе плюёшь-то постоянно? Монитор. Я к тебе по почте отправил. По почте? Ой, дура! По какой почте ты ходишь? Голубиной. Голубиной? Я так и понял. С моим говном там не вмажься голубиным, когда отправлять начнёшь. Я не боюсь. Впрочем, это уже совсем другая история. Хорош. Дал, юрец просто подтянулся, такой здорово. Да, конечно, в глубину говне все могут. Серега тащит. Никто не помогает. Все. Смотри, бочки, трехочковый, на нахрен. Хорош. Серега не промахивается, Серега может просто дать возможность попасть в меня. Да, да. Ауф. Бери его. Юра, отойди. У вас IQ много, а у меня да. Трак, забейте трак. Хорош. Ты че, Гоша, куда ты так пугаешь? Фига у тебя причесон такой царский. Я знаю. На нож его нахрен. 68 дамага. Ну, на нож, на нож, на нож. Даша, лети, и не вспоминай. Ты плохо сделал. Чтоб никого не стрелял. А какого цвета краска вот здесь в ведре? А, Серега. А, сорян. Серега, ты бы уже прошел давно. Я не могу проходить, у меня колен болит. Клан у кого? Мы слева, Серега. О, слева, я понял, понял, понял. Беги, я понял. Я бегу, бегу, бегу. Я Форест смотрел. Беги, Форест, беги. Подождать, пока... Во, хорош. Может, перезарядить? Тише, вантап. Вантап машина Сайбербанана здесь. Хорош. Хорош. А чё вы хотели-то? Конечно, хорош.
Мне становится страшно. Да почему? Я с самого начала начал это делать. Я тебе говорю, мы выиграем эту игру. Смотри, вот ты сказал, Серёжа. Серёжа сказал, Серёжа сделал. Да, да, да. Еще прикрывай меня. Спина, спина! Хорош. Хорош. Стелс и банк, по-моему. Один остался, алё. Или банк. Ой, хорош. О, это была жесткая победа. Изи камбэк просто. Сколько я настрелял-то? 35. Фух. Серега, все нахрен. Пойду я себя закопаю нахрен. Страшно. Че, еще одно? Не, нахрен, все, я пошел. У меня все. Столько калорий потратить за... Все, да я уже под себя сходил. Ну что, как видос? Я уверен, тебе он зашел. Если так, обязательно влепи лайкусик, напиши комментарий, что ты считаешь по этому поводу, смог бы ли ты также затащить. Ну и вдобавок, обязательно подписочка и колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Все, дружище, погнал пилить уже следующий контент, а для тебя пока посмотри вот эту годную тему. Давай, пока-пока.